Константин Николаевич, в нашей беседе вы рассказывали про современное металлообрабатывающее оборудование. Пожалуйста, расскажите немножко поподробнее о том оборудовании, которое сейчас за нами, за нашей спиной, рядом с нами. Мы сейчас находимся рядом с фрезерным горизонтальным обрабатывающим центром МА-600 производства фирмы Акума. Данный станок представляет собой фактически 5-координатный фрезерный станок. У нас он используется для обработки корпусов запорной арматуры. В частности, из упаковки изготовляются за один установ корпуса задвижек от ДУ-100 до ДУ-200. А также другая номенклатура, которая требует при обработке не только фрезеровки, но и токарной обработки, то есть тюнинг функций так называемых. Станок используется у нас уже несколько лет, является фактически уникальным станком, то есть позволяет производить фактически очень широкую линейку номенклатуры. Для станка изготовлен огромный перечень оснастки, то есть проведена подготовка производства для изготовления запорных узлов. Мы позиционируем себя как производителей задвижки высокого давления, то есть минимальное давление, которое мы используем, это 63, максимальное 350 атмосфер, то есть 35 МПА. На заднем плане находятся вертикально обрабатывающие станки производства Тайваня, Южной Кореи, которые позволяют производить фланцы, то есть производить мехообработку фланцев до ДУ-600. Мы изготовляем не только фланцы по ГОСТу, но и по зарубежным стандартам ОСМЕ из фактически любых марок стали. В частности, в последнее время, например, Роснефть очень широко применяет в своих трубопроводах такие марки стали, как 13 КФА. Фактически в течение 2015 года у нас прошел переход на данную марку стали. Здесь мы видим токарные обрабатывающие станки. Это и наши отечественные 16А20, а также достаточно широкий спектр станков японских фирмы Такисава, а также тайваньских фирмы Goodway. К сожалению, отечественный парк станочного оборудования не выдерживает на сегодняшний день никакой критики, поэтому мы вынуждены до сих пор работать по контрактам и закупать станки зарубежных производителей. А как у вас происходит сегодня пусконаладка, обслуживание, сервис? У вас существует собственная служба или вы пользуетесь сторонними услугами? На предприятии создано две сервисных службы. Это сервисная служба по обслуживанию станков с ЧПУ, с числовым программным управлением, а также сервисная служба по обслуживанию универсальных станков, которых в нашем парке все равно достаточно много. При покупке любого оборудования мы стараемся сервис-контракты заключать таким образом, чтобы пусконаладочные работы, приемо-сдаточные испытания все производили здесь представители завода-изготовителя, то есть поставщика. При контрактовках обычно мы фиксируем в контрактах время изготовления тех или иных деталей, либо время технологических операций. Приемо-сдаточные работы и акт приемо-сдаточной подписывается только тогда, когда представители завода-изготовителя полностью выполнили все наши требования. Затем станок сдается после проверки на технологическую точность уже нашим сервисным службам. И весь сервис гарантийный, а также в дальнейшем постгарантийный осуществляется уже собственной сервисной службой. Благодарим. Один еще из немногих вопросов, который интересует многих производственников. Коснулось ли вас импортозамещение в плане оборудования? Почувствовали ли вы, что рынок, скажем так, повысил цена, стало невыгодно использовать данное оборудование? Или все-таки
данном случае пока нет аналогов данному оборудованию. Станкостроение в России фактически было уничтожено в 90-е 2000-е годы. И так быстро и просто процесс импортозамещения здесь не произойдет. Это слишком долгий процесс, и надеяться на чудо, на то, что вот завтра появятся отечественные станки, не уступающие по своим техническим характеристикам импортным станкам, я бы не стал. Для этого нужно время, нужно достаточно продолжительное время. На сегодняшний день мы вынуждены работать с производителями и с европейскими, и с тайваньскими, с японскими производителями, и по запасным частям, и в плане приобретения нового оборудования. То оборудование, которое сейчас производится на территории Российской Федерации и стран таможенного союза, мягко говоря, не выдерживает никакой критики. В частности, наше последнее приобретение – это белорусские гайконарезные станки. Ну, мы вынуждены были сделать очень много замечаний и возвращали станок даже на доработку производителю. Фактически станки выпущены достаточно слабого качества. Константин Николаевич, а ваше предприятие известно не только как производитель трубопроводной арматуры, но как компания, которая внедряет научные исследования, научные разработки. У вас богатейший научный потенциал. И один из ваших продуктов является инструменты Sensor Tools. Можно поподробнее узнать, как для арматуростроителей будут полезны данные инструменты, в чем их преимущество? Преимущество технологии выглаживания состоит в том, что оно не только заменяет шлифовку, но и производит упрочнение поверхности металла. Данная технология была разработана несколько лет назад и в настоящее время достаточно широко применяется у нас на предприятии. В частности, все штака, все шпинделя, которые идут на клапана, на задвижки высокого давления, подвергаются выглаживанию. При этом резко возрастает качество обработанной поверхности, возрастает износостойкость, возрастает коррозионная стойкость шпинделя. В частности, мы не только сами на сегодняшний день используем данную технологию в своей продукции, но и очень много заказов выполняем на сторону по изготовлению таких деталей, использующих выглаживание. У этой технологии очень большое будущее, так как она позволяет, фактически не снимая, не переустанавливая деталь, на этом же обрабатывающем центре, где производится финишная обработка, производить и так называемое финишное выглаживание, которое, ну, скажем так, значительно улучшает потребительские свойства товара. Замечательно. Ну, я думаю, более подробно об этом расскажет еще ваш генеральный директор Виктор Павлович Кузнецов, который является изобретателем, имеет патент на данный инструмент. А мы напоминаем, что вы сейчас смотрели вторую часть видеорепортажа с предприятия «Сенсор», и мы беседовали с техническим директором Грибановым Константином Николаевичем, который рассказывал о оборудовании и производстве металлообрабатывающем на российском предприятии. Спасибо вам.